предусматривает программа 20% компенсации для физических лиц на придбание негазовых та неэлектричных котлів. Объем компенсации, еще раз повторюсь, 20%, но не более 12 тысяч гривен на одне домовладение. При этом отримувачі субсидии могут получить до 70% компенсации на приобретение негазовых и неэлектрических котлов. Вторая часть программы – это 30%, опять же, для населения на так называемые энергоэффективные заходы. Отримувачі субсидий могут получить до 70% компенсации. Программа для ОСББ и ЖБК подразумевает до 40% компенсации, либо снова таки до 70% компенсации отримувачам субсидий. Сумма до 14 тысяч гривен на одну квартиру и, соответственно, как бы по одному кредитному договору до 14 тысяч гривен могут получить члены ЖБК и ОСББ. Начиная с июля текущего года приостановлено действие первых двух программ, что касается населения, связано это с нехваткой денег. Ожидаем решения этого вопроса в сентябре текущего года.